Jackpot Game. Это что? Jackpot? Я же говорил, что мы сорвем джекпот. Всем доброе утро, друзья. Добро пожаловать на канал. Хочу напомнить, что мы решили переехать с Румынии. Вчера мы остановились в Венеции переночевать, прогулялись. И следующая остановка у нас Монако. Хочу побывать в казино Монте-Карло. Так что погнали завтракать и собираться. Цена здесь 10 евро с человека на завтрак, шведский стол. Так, вот все красиво выглядит. Шоколадный. С вишнями. Да. Яйцо, да. Ты кофе делаешь, да? Моцарелла, смотри, класс. И нарезаю. Сейчас будем насыпать и кушать. Итак, у меня тарта с цукини, прошутто и сыром. Моцарелла, шарики, капучино, мультифруктовый сок. У тебя что, Тём? Нутелла, блинчики, панкейки, да, бутерброд с колбасками, мини-пончики, Ваське тоже бутерброд, папа яйцо бутербродом, да. Так что приятного аппетита, будем завтракать. Сейчас поедим основное и потом еще возьмем десерт, там, круассаны. Вкусный кофе. Так что приятного аппетита, друзья. Подписывайтесь. Дальше вас ждет очень интересно. Надеюсь, в Монако выиграют джекпот. На десерт очень вкусный бисквитный торт с глазурью, вишней и крем-сыром. Яблочная тарта. Просто нежнейшая. Все, друзья, собираем вещи и выдвигаемся в Монако. Надо монетку кинуть, чтобы вернуться. Но тут куда ни кинь, везде в гондолу попадешь. Так что опасно. Так, поднимаемся на самый высокий мост. Сейчас я вам покажу виды. Утренние виды Венеции. Смотрите, какая красота. Все, пока-пока, Венеция. Мы поехали дальше. Ну что, друзья, крайний кофе в Венеции. Обалденно вкусный капучино. Made in Italy. Все, поехали. Забираем машину и едем в путь. Заплатили за парковку. Вышло 44 евро за 2 дня. Со скидкой в 8 евро. Так бы было бы 52. Скидка от гостиницы. Офигеть, цены на заправке сейчас 2,30 евро за дизель. А мы заправлялись на евро 90. Прикиньте. А вот это вот последний писк моды. С шерстью.
чтобы пальчики не мерзли. Но только как их носить? Это же неудобно, они сшиты вместе. Это только прыгать с ними. Есть белые еще. Сколько они стоят? 80 евро. Смотрите, какая красота. Тяжелые, не знаю, килограмм 5, наверное, весят. Обалдеть, а ну возьми его в руку. Я хочу игрушку Ментос. Ладно, возьму. Ну так он больше, чем твоя голова. Я больше, чем твоя. Обалдеть. Такой стоит 12 евро. А я знаю. Там не один огоменный чупа-чупс, а только ноты маленькие. Да? Да. И правду. Я думала, про их я узнал. Класс, смотри, какие там игрушки. Иди посмотри. Вот тут. Смотрите, 20 евро. Покупай Ментос. Прикинь. Это мягкий. Пойдем дальше. Смотри, шоколадки, дроны. А это маленькие, да? С динозавра. Там, наверное, игрушка внутри. А вот тут нарисовано. 10 лолипопсов. А нет, тут не игрушка. Да, не игрушка, просто 10 этих штучек. Чупа-чупсов. Что, ты выбрала уже все фото? Пойдем еще посмотрим. Я хочу большой Ментос. Пойдем еще посмотрим. Пошли еще посмотрим. Большие шоколадки. Это маленькие. Это обычные, везде продаются. Ну да. Тем, смотри, какой тут выбор. Цены здесь все в евро. Тема, смотри. Проще считать. Большой киткат. Ой, этот киндер. Эй, Пикачу. Вот, смотри, Орео есть в пакете. Ну, это просто две упаковки вместе. Ну, смотрите, упаковка Тук. Супер острый Принглс. А нет, это средний острый. А вот супер острый. Прям мега острый. Это который я пробовал в Германии. Там есть обзор на канале. Местные обереги. О, смотрите, какие магнитики. Прикол. И это настоящая паста внутри. Спагетти. Представляете? Класс. Вода. Надо взять такой спагетти. Ага, смотрите, 5,50. Вот это цены, обалдеть. Миниатюрки, спрайт, алкоголь. Бутылочка спрайта маленькая. Кока-кола, фанта. Прикольно. А вот писсуар для совместного времяпрепровождения, чтобы писить и за ручку держаться. Смотрите, какой микс специй. Соль, петрушка с чесноком и хлопья чили перца. Три в одном. Прикольная такая перцемолка. Вот это стоит сейчас по скидке 17,50. Тройной микс. Made in Italy. Прикольно. Надо взять. А вот капучино здесь по евро 90. Красиво. Смотрите, разное количество. Огромное количество видов разных макаронных изделий. С оливками, да. Нет, это с виноградом. Виноградом, вот это прикол. Виноградным соком. Да. 4 евро стоит. Да. Тут брелок 5 тысяч. Да.
Так что, выгоднее брелок взять? Стейки отбивные, картошечка. Мы разобрались с ценой на дизель. 2.30 это с сервисом. То есть человек подходит, тебя заправляет, а ты идешь оплачиваешь. А за евро 90 ты сам должен заправиться. Тогда будет стоить евро 90. Так что, когда едете, обязательно смотрите, в какой ряд становиться. Поехали дальше. Друзья, мы уже во Франции. Лягушки, улитки, луковый суп. Класс. Скоро Монако. Друзья, добро пожаловать в Монако. Еле нашли паркинг, это просто капец. Узкие улочки, светофоры на двухстороннее движение, на одну линию, короче, капец. Тут вот сюда на машине заезжать, это просто сумасшествие. Погнали заселяться. Где вы такое еще видели, чтобы на улице был эскалатор? Обалдеть. И он идет отсюда, наверх, и к самому низу, там, где казино, в которое мы сегодня пойдем. Так, сказали ключи под камешком. Да, вот четвертая. Все, у нас два номера. Заходим. Это было... это мы открыли, да, было? Так. Вот первый номер. Да, первый. Душевая. Так, что я сейчас поставлю? Кровать спальня. Что там? Сейчас посмотрим. Душевая, туалет. Ну, слушайте, красивенько. Маленький. Это шкаф. Вот, тут даже кофемашина стоит. И две капсулы кофе. А у нас туалет поприятнее, чем в автомобиле. Да, сейчас посмотрим. А что тут у папы? Тут даже микроволновка есть. Ага, у тебя тут умывальник отдельно, а у нас все вместе. Душевая, тоже и туалет. Включай свет. А ну, балкон открывается у тебя? Ух ты, смотри, пап. Шаговый балкон. Класс. Смотрите, какая красота. Ку-ку. Ку-ку. Все. И у нас есть. А зачем такой большой квартире? Васька, видела балкончик и вид с балкона? Смотри. И два кофе есть. А, у нас включено. И вода горит. А кто там за зеркалом живет? Тёма в туалете. Все, переодеваемся и идем ужинать. Я смотрю, тут все передвигаются на мопедах в основном. Бывает еще на самокатах. По таким улицам, конечно. Ресторан с пиццей. По таким цветам похож на стрип-бар. А у
потому что все открытия только через 10 минут, 6:30 все. В 6:30 работают? Это сиеста, посмотри, у них обед. А, да, смотрите, до двух, до полтретьего работают, а потом с 6:30 работают. Интересно. Не, ну так работать можно, в принципе. Вон там еще кафе, киоск. Работать а, вон можно, чикен. А есть как? Вон кичен. Кичен чикен. Так, тут лапша продается. Слушайте, такое ощущение, что тут кроме фастфуда ничего нету. А где же луковый суп? Креветки. Вон. Индия. Индийское меню. Азиатское. Этот вот KFC. И супермаркеты. А вон внизу что-то есть. Да. Вон, зашли в такой открытый центр. С разными гастрономическими лавками. Вот тарты продаются. Салат Цезарь, филе, сэндвич, чизбургер, тирамису. Так, ну тут непонятно. А там уже супермаркет. Так, вот еще один ресторан. А, там вроде филиппинская кухня, то есть там все жареное в масле будет. Идем еще искать. Carrefour. Да, тайский ресторан. Русский гастроном, смотрите, икра, скумбрия, вот. Таранька 20 евро килограмм, нормально, да, шаурма, шаурма турецкая вроде. Тут прям микс национальностей, национальных кухонь. Да, я видел, это турецкая, вкусная должна быть. Монакская, кская. Смотрите, какие красивые тут торты. Это новогодний. Вот это обычный. Мамма мия! Что тут у нас? Буррата, инсалата, пицца, трафиете, пене, чоризо, патате, пататинье, инсалата. О, винтажный бутик, смотрите. Вау, смотрите. Класс. 360. Класс. Очки по 35 евро. Что это за бренд вообще? Кепка, Висен Лоран. О, смотрите, Гуччи. Почем такой Гуччи? 1750. Уже скидка, было дороже. А вот это вишенки, это что за бренд? Даже не знаю. Так, интересно. Баленсиага. 2950 сумочка. А это коллаборация с Гуччи. Баленсиага Гуччи. Вот так.
Так, казино. Казино в ту сторону. Смотрите, какая красота, обалдеть. Уже вечер, а тут из еды только фастфуд. Был единственный итальянский ресторан, но он с 7. Сейчас без 5-7, мы уже не помним, где он находится. Монако. Здесь даже солнца нет. Остановились мы, в общем-то, на заведении «Мама Мия». Так, себя подсвечу немножко. Заказали на гриле курицу. И я себе взял говяжий стейк. В принципе, другого тут, кроме пиццы и пасты, больше ничего нет. Так что будем ужинать. Дали нам бальзамический соус, масло, их местное, булочки, мягкие, но холодные. Вкусно, но холодное. И соуса, горчица. Да. Майонез. И кетчуп. Да, с ведра достают хлеб там, с пакета. Так, смотрите. Такой маленький кусочек стейка. Овощи и вот это вот, да. Филе. И тоже салатик и картошечка. Gracias. Приятного аппетита. Артемий, начинаем кушать. Горячий? Вкусный стейк. Да, и овощи вкусные. Все, поели. Вышло на 118 евро. Капец, дорого. Монако нравится все меньше и меньше. Все, теперь заводим детей, жену и идем в казино выигрывать джекпот. Ну что, друзья, мы готовы снимать джекпоты в казино Монако. Потом здесь обналичим на Rolex и поедем дальше. Тиффани, посмотрите, какая красота. Вон Луи Виттоны. А вот и казино Монте-Карло. Вопрос, нас туда пустят вообще? Да, смотри. Ну. Сейчас узнаем. Да, и там тоже казино. Сейчас посмотрим. Это вот минимальный кредит. Ну ладно, давай начнем. А, видишь, 2 евро сняло. Уже выиграл. Ты уже выиграл? До 50.
86 евро. О, да. Ничего себе. Нормальный выигрыш. Все на 2 евро. Что, караколки? Да, да. Ну, давай. Пап, джекпот гейм. И что надо делать? Ну что, друзья, на фоне казино Монте-Карло, я же говорил, что мы сорвем джекпот. Я поснимал вам пару кадров, запрещено там, к сожалению, снимать. Ну вот, ну это не то, что я выиграл, это то, что я вложил. А сейчас я вам покажу свой выигрыш. Сейчас соберу всю мелочь. Вот мой выигрыш. Ну, если честно, выиграл я 2 евро 30 центов. Но папе повезло намного больше, потому что он вложил 60 евро, а выиграл 260 евро. То есть у него сегодня прям веселый, везучий день. Я уже заговариваюсь. У него сегодня прям везучий день. Так что полные карманы мелочи. Идем отдыхать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Мы выдвигаемся завтра опять в путь. И нам предстоит еще 2 остановки. Поэтому больше информации в следующих роликах. До встречи, друзья.